В нашей республике работает волонтерский центр. Он объединяет людей и организации для оказания помощи людям в связи с ограничениями из-за COVID-19. Масло, макароны, консервы, товары первой необходимости раздают нуждающимся, людям, находящимся на самоизоляции, малоимущим и многодетным семьям и гражданам старше 65 лет. Именно они в сложившейся ситуации больше всех подвержены риску. Им опасно выходить из дома, даже до магазина. На помощь приходят волонтеры и просто неравнодушные люди. В Красночитайском районе собралась такая группа. Добровольцы на свои средства закупили и развезли по домам продуктовые наборы. Такую практику они собираются продолжить. Тем более, что многие жители Красночитайского района высказали желание присоединиться к их акциям.